НАТО нанесло удар на опережение по Кремлю. Путин после решения саммита Альянса в Вильнюсе теперь каждый день будет просыпаться в холодном поту. В Кремле сначала пытались разогнать тему, что, мол, саммит был провалом для Украины, поскольку Киев не добился немедленного членства в НАТО. Но потом начали давать заднюю, поняли, что решение НАТО по Украине даже хуже для России, нежели бы Киев получил приглашение в Альянс. Это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И, собственно говоря, причина специальной военной операции, одна из причин, это угроза вступления Украины в НАТО. Почему решение саммита НАТО вызвало переполох в Кремле? Какую опасность это несет путинскому режиму? Почему Россия потерпела очередное поражение? Североатлантический альянс расширяется в ответ на российскую агрессию против Украины. Страны альянса завершили соглашение со Швецией, которое завершит расширение НАТО на север Европы. А Киеву пообещали ускоренное членство, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Страны альянса также предоставили новую долгосрочную военную помощь Украине и создали структуры для более тесной координации. Неожиданностей для Кремля как таковых нет. Есть неприятная новость для них, это в том, что все-таки был поднят вопрос в контексте многолетней поддержки Украины в плане перевооружения. Это означает, что Украина будет переходить, как и страны-члены НАТО, на западные образцы вооружения. Это, конечно, не радует, я думаю, верхушку Кремля и, естественно, тех, кто сегодня имеет возможность встретиться с качеством работы западной военной техники в руках украинского военнослужащего. В этом контексте исключительно, думаю, что нужно рассматривать именно так. Чтобы ускорить движение Киева в альянс, был создан Совет Украина-НАТО. Он будет форумом для консультации и принятия решений, где стороны встречаются как равные, и будет являться инструментом интеграции Украины в альянс. На саммите в Вильнюсе страны Большой Семерки согласовали совместную декларацию поддержки Украины. Это рамочный документ. На основной тезис декларации подтверждение того, что безопасность Украины является составляющей безопасности Евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО. Декларация открыта и дает возможность другим странам не с Большой Семерки присоединиться к ней. Я считаю, что это мощное заявление о нашей приверженности Украине, когда она защищает свою свободу сегодня и когда она отстаивает свое будущее. И мы будем там столько, сколько потребуется. Западные наблюдатели отмечают относительно сдержанную реакцию Кремля на решение Вильнюсского саммита НАТО по Украине. Род Путина Дмитрий Песков выступил с типичной кремлевской риторикой. Мол, предоставление гарантий безопасности Украине Большой Семеркой является потенциально очень опасным и якобы посягает на интересы безопасности России. Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник. И именно в этом ключе будут вестись обсуждения. Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем. Прокомментировать результаты саммита НАТО даже с бункера вылез Путин. Он заявил, что потенциальное вступление Украины в альянс несет угрозы для безопасности России и не поможет Киеву. Хотя, наверное, впервые признал, что Украина имеет право на обеспечение безопасности. Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность. И, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение. Оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил Путину твитом. Он написал, что у Российской Федерации существует только один способ получить гарантии безопасности. Для этого нужно проиграть войну в Украине. Страны-человек, который развязал масштабную войну,
и массовый геноцид украинцев говорит о готовности обсуждать гарантии безопасности для Украины, если будут выполнены гарантии безопасности России, отметил Подоляк. В Кремле достаточно четко понимают, что если российская агрессия не выйдет за границы Украины, то, понятно, НАТО не представляет никакой угрозы для Кремля. Мы должны понимать, что на сегодня, например, на других стратегических направлениях, которые до широкомасштабного вторжения считались одними из основных в противостоянии с НАТО, то есть это тоже Калининградская область, это арктическая зона, то есть там на севере России, там вблизи, кстати, тоже норвежской границы, сейчас уже границы с Финляндией и так далее. Вот, то есть эти зоны на сегодня, они с российской стороны пусты. То есть там практически нет никаких войск. Все эти войска находятся в Украине. В Вильнюсе страны НАТО заявили о консенсусе будущего членства Украины. В Кремле попытались злорадствовать. Мол, это история на будущее, но злорадство прекратилось, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что задачей для Альянса является обеспечить победу Украины в войне с Россией. Для победы нужно оружие. Страны НАТО пообещали Украине много оружия. Речь идет о помощи на более чем 1,5 миллиарда евро. Но для национальной безопасности Великой России нужно было не начинать войну с Украиной. Нужно было проводить ту политику сотрудничества с НАТО, которая многие-многие годы была. И Россия была стратегическим партнером НАТО. Немцы фактически строили танковый полигон в России. Чехия, страна НАТО, покупала российские вертолеты уже вот в это время. Чехия, Франция строила Мистрали, мы знаем об этом. Было сотрудничество. В России была база НАТО, фактически. В Волгограде это логистическая база для доставки грузов в Афганистан. То есть ничего не предвещало беды. Были совместные учения тоже, были поездки. Очень большая миссия России была при НАТО. Нужно было не начинать войну. Тогда бы отношения продолжались. В Вильнюсе была создана коалиция по подготовке украинских пилотов на F-16. Обучение начнется уже в августе. А первые американские истребители должны начать летать в украинском воздушном пространстве до конца первого квартала следующего года. Если появится авиация, то есть и самолеты F-16, естественно, это существенно облегчит нам наше наступление в плане деоккупации наших территорий. Потому что работа высокоточной артиллерии в соединении с авиацией существенно упрощает те задачи, которые стоят перед нашими вооруженными силами. Без авиации эти задачи исполнять намного тяжелее, причем не то, что тяжелее, то есть не всегда их возможно исполнить. И второй момент, то есть потери идут в разы. Поэтому авиация – это необходимая составляющая для эффективности наших вооруженных сил. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сам факт появления F-16 в ВСУ будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Оправдать свою истерику путинский дипломат решил банально просто. Мол, F-16 теоретически может нести ядерное оружие. Мне кажется, что вот этот блеф, о котором говорит Лавров, там, о ядерных угрозах и так далее, ну, смотрите, состоянием, если исходить из ихней логики, из ихней конституции, где они аннексировали территории Украины, именно Донецкую, Луганскую, и Запорожскую, и Херсонской областями, то если брать их логику, то война идет на их территории. Но как-то ядерной угрозы нет, то почему она должна быть в состоянии, когда у нас появится авиация, и мы начнем доминировать в украинском небе? Это отгонит их авиацию подальше от линии фронта, что даст возможность нам получить то преимущество, которое необходимо для деоккупации.
Не стоит забывать, что Путин уже давно шокирован от самой идеи появления американских птичек в украинском небе. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания в НАТО в этот вооруженный конфликт. Владимир Владимирович, куда еще дальше втягиваться? Все и так уже втянуты по полной. Франция поставляет Украине дальнобойные ракеты «Скальп». Это те самые «Шторм Шэдоу», которые Киеву уже поставляет Великобритания. Просто так эти ракеты называют во французской армии. Они имеют дальность полета более 250 километров. Германия передает дополнительные пусковые установки американского зенитно-ракетного комплекса «Патриот», а также ракеты к ним. Кроме того, в новый пакет помощи от Берлина входят танки «Леопарды», БМП «Мардер», зенитно-ракетные комплексы и тысячи артиллерийских снарядов. А немецкий оружейный гигант «Рейнметалл» планирует открыть свой филиал на западе Украины. Там будут создавать и ремонтировать бронетехнику. Это далеко не полный перечень того, что получит ВСУ после Вильнюсского саммита. Все страны обязались на двусторонней основе поддержать безопасность Украины. К этому присоединились страны Северной Европы, Чехия, Испания. Другие страны будут присоединяться, поэтому для нас очень важно. Япония, которая со времен Второй мировой войны занимала нейтралитет в любых конфликтах, однозначно стала на сторону Украины, потому что тут все белыми нитками видно и написано, кто начал агрессию, кто начал войну, как это все происходит. Аналитики Института войны считают, что саммит в Вильнюсе продемонстрировал, насколько далеко вторжение в Украину отбросило Россию от тех целей, ради которых, как утверждает Кремль, Москва начала войну. Вместо предотвращения расширения НАТО, альянс расширяется еще больше. Россия в этом контексте проиграла уже войну, потому что, развязав широкомасштабную фазу этой войны, то есть появилось еще дополнительно два члена НАТО, да, в НАТО это Финляндия и Швеция, да, то есть которые были, грубо говоря, нейтральными территориями, и, естественно, границы НАТО стали еще больше с границами Российской Федерации. В этом контексте, то есть, все планы, которые создавал Путин, они идут с точности да наоборот. И опять же, если НАТО до этого момента как бы вот превращалось в более такой политический клуб, чем военно-политический, да, то есть мир начинал так засыпать, то сегодня опять же стал в контексте вопрос, мы входим в эру многолетнего перевооружения цивилизованного мира. То есть опять же по новой волне запускается производство военно-промышленного комплекса и не в одной стране. На саммите рассматривался не только вопрос вступления Украины в альянс. Турция также разблокировала пути к членству в НАТО Швеции. Действия Реджепа Эрдогана вызвали шок в Кремле. Ведь до этого он передал Киеву 7 командиров полка Азов. А теперь еще и приветствует расширение НАТО на север и поддерживает вступление Украины в альянс. В Кремле нечем ответить на то, как цивилизованный мир сплотился и оперативно противодействует российской агрессии. Поразила та скорость, с которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса. После прохождения процедур в национальных парламентах Швеция станет 32-м членом альянса. Россия окажется за бортом в Балтийском регионе. Если Петр I, а кремлевский диктатор часто себя сравнивает с царем, прорубил окно в Европу, обеспечив выход к Балтийскому морю, то Путин не просто заколотил окно в Европу. Теперь балом в Балтийском море будут править страны альянса. В результате базы российского флота в Петербурге и Калининградской области попадают своеобразные клещи. Этого бы не произошло, если бы не агрессивная внешняя политика Кремля. Финляндия сохраняла нейтралитет десятилетиями, а Швеция вовсе столетиями. Но вторжение России в Украину заставило и общество, и политиков этих стран изменить взгляды и попроситься в НАТО. Балтийское море становится морем НАТО. Со вступлением Швеции
фактически вот этот так называемый Финский залив, да, которому имеет выход Россия в Балтийском море, если мы не берем Калининград. Он, получается, он с обеих сторон подпирается странами НАТО. С одной стороны это Эстония, с другой стороны это Финляндия. Вот. А при выходе, чуть так в глубине Балтийского моря, есть так называемый остров Готланд. Да. Этот остров он принадлежит Швеции. Да. И со вступлением уже полноценной Швеции в НАТО фактически это остров, который размещение на нем средств поражения, оно фактически позволяет 100% контролировать выход из Финского залива и, соответственно, скажем так, Балтийский флот Российской Федерации, он оказывается закупоренным в восточной части Балтийского моря. При желании они там особо, ну, если будет как бы какая-то кризисная ситуация или какой-то конфликт, да, то фактически, ну, значение и эффективность Балтийского флота Российской Федерации он будет стремиться к нулю. Но вернемся к саммиту НАТО и Украине. Что в итоге в Вильнюсе получил Киев, а чего не получил? Не получил приглашение в Альянс. Это вполне было очевидным и ожидаемым решением. Почему? Объяснил президент США Джо Байден. Во время боевых действий ни одну страну невозможно принять в Альянс. Включение Украины в НАТО во время войны с Россией привело бы к Третьей мировой войне. И мы все прекрасно понимаем, что... исходя из возможности развязания Третьей мировой войны с ядерным потенциалом, естественно, блок НАТО будет делать до последнего все возможное, чтобы эту ситуацию избежать. Вот я исхожу исключительно из этих соображений, а не с того, а будет ли Кремль это радовать или нет. Потому что, опять же, для Кремля состояние на сегодня в этом контексте не изменилось ничего. Украина не получила приглашение в НАТО, и Украина не получила гарантии безопасности именно в том переходном периоде, который получают те страны, которые... входит. То есть мы говорим о ядерном зонтике. Но Украина рано или поздно присоединится к НАТО. Байден выразил уверенность в том, что Россия не сможет вечно продолжать войну в Украине, потому что у нее не хватит на это ресурсов. Глава Белого дома считает, что Путин уже проиграл войну. Киеву в Вильнюсе, в отличие от саммита НАТО в Бухаресте, четко сказали: место Украины в Альянсе. Сейчас главное победить Россию на поле боя. Причем освобождать свою землю украинцы будут современным западным оружием. Поражение путинской России неминуемо. Кремлю нечем ответить на то, как цивилизованный мир сплотился и оперативно противодействует российской агрессии.